Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Пришли в огуречную теплицу. Здесь у нас жарко, но они уже, посмотрите, какие лианы красивые. Вот они у нас растут на веревочках, на шпалере и на проволоку. Я их вот так вот выросли, через проволоку перегибаю, и они уже, вот здесь покажи, вот. Они уже сами по себе, вот так прям, проволочку. Вот, и они наклоняются и растут. Придется их теперь здесь прищипывать, и можно уже будет не формировать. Они будут расти сами, как хотят. Как хотят. Вот недавно показывали, рассказывали, как подкармливать, как выращивать, как ухаживать. Кто не видел, посмотрите, зайдите на наш канал, подпишитесь, посмотрите все наши видео предыдущие. Вот моментально они выросли на этих подкормках, на натуральных. Плодоносят, уже срываем хорошо, наелись вдоволь. Вот здесь, правда, у нас проблема, вот эта мелкая мушка. Не знаю, что это за мелкая мушка. Это не паутинный клещ, я вам показывала паутинный клещ. Клеща не было, я профилактику делала, обрабатывала фитовермом. Но сейчас то ли очень жарко на улице, а здесь немножко влажно, и мушки тоже прячутся. Вон китайские у нас огурцы уже тоже срываем, вовсю едим. Вот красивый такой зазуля. Давай вот так покажем. Угу. Вот. Это огуречная теплица. В такую жару поливаем каждый день. Каждый день поливаем, наливаем воды в проходы. Вот не знаю, замульчировать или не надо. В общем-то я рыхлю почву под ними. Рыхлю, чтобы тоже корни дышали, чтобы земля немножко такая была рыхлая, чтобы им было легче жить. Вот. Если кого-то что-то интересует, пишите, спрашивайте, я отвечу. Растим огурцы, все вам показываем. Вот такая красота. Конечно, очень тяжело, мы не привыкли к такой жаре. Наверное, на юге все привыкшие, а мы, вот он сам завернулся. Вот так вот. Некоторые на сетке выращивают, ну вот я почему-то привыкла так, подвязываю их. А потом вот так вот через эту проволочку, через веревочку. Это у нас, как называется-то это? Веревка вот такая синтетическая. Я не помню, как она называется. Ну, как бечевка типа. Только она есть натуральная, есть синтетическая. Вот мы такие подвязываем, вот так вот перекручиваем, опутываем. Типа шпагат. Типа, да. И вот до этой. Но она синтетическая. Шпагат, если натуральный, он рвется. Хотя некоторые подвязывают на шпагат. Я сколько раз пробовала, мне не нравится. Он в огурцах очень сильно влажно. За сезон он перегнивает и отваливается. Это который джутовый шпагат, который натуральный. Да. А это синтетический шпагат. Вот синтетический. Все равно его выбрасывать, обрезать, потому чтобы не разносить никаких инфекций, болезней, лучше купить новый. И вот так вот закручиваем. Вот они, все огурцы цветут. Огурцам, конечно, хорошо. Они любят, когда жарко, тепло, влажно. У них вот как... Может, я подальше отойду, покажешь. У них прям целые лианы. Они вьются сами по себе. И вот до проволоки, через проволоку перевешиваются. И пчелки отлично летают. Да, пчелки их опыляют, хотя огурцы самоопыляемые. Вот. Рассказали вам, показали про огурцы. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Всем пока!